Одинцовские единороссы в рамках проекта «Крепкая семья» приняли участие в организации 5-го творческого фестиваля «Капельки неба», который прошел на площадке культурно-досугового центра «Барвиха». В рамках праздника состоялась развлекательная программа от Федерации автомодельного спорта, концерт и награждение победителей фестиваля. Всего в этом году гостями праздника стали около 250 юных жителей Подмосковья. Фестиваль проводится для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказала член политсовета местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова.